Украина не сможет завершить войну против России в мае, но может закончить ее в этом году. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттер-аккаунте. По его словам, для победы нужно реальное эмбарго на российскую нефть, а также вооружение для Украины. Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост – реальное нефтяное эмбарго, танки, самолеты и артиллерия.